Қазақстан президенті келесі сайлауға қатысатын туралы шешімді әлі қабылдамапты. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Финляндия сапарында айтқан екен. Президент сөзін бүгін Азаттық сайты жариялады. Если я в 2020 году уйду, кто будет обеспечивать добрую жизнь для детей наших маленьких? А если серьезно, наверное, вы точно думаете, что я немало лет работаю на этом посту. Значит, дело в том, что каждые 5 лет меня избирали и с большим преимуществом. До окончания моего мандата в 2020 году, в декабре, еще 2 года. И я, как первый президент независимого государства, основатель сегодняшнего Казахстана, мне предоставлено конституционное право выставлять свою кандидатуру. Это зависит от многих факторов. Обычно такое решение принимается накануне выборов, а не заранее. Наверное, такое решение я буду принимать в следующем году. Конституция бойынша Қазақстанның тұңғыш президентіне сайлауға шектеусіз қатыса алатын құқық берілген. Ал келесі президенттік сайлау 2020 жылы 9 ноябрь айында өтуі тиіс.